смотри, что нашел. Класс. Съедобный или нет? Попробуй. Через 2 часа проверю. Нет, так нельзя ни в коем случае проверять. Так, грибы в этом лесу есть. А, кстати, привет. Сегодня рубрика «Знаете ли вы» оказалась в лесу. Чтобы узнать, знают ли люди, что нужно делать, если вдруг вы заблудились в лесу, или вас укусила змея, или укусит клещ. Что делать в этих ситуациях, мы с вами сегодня разберемся. Так, ну не знаю, мы, наверное, сегодня рубрику не начнем, никого не встретили. Поэтому давайте с вами переместимся в столицу, и там уже найдем людей и продолжим нашу рубрику. Поехали! Скажите, знаете ли вы, что нужно делать, если вдруг заблудились в лесу? Конечно, знаю. Искать линию вот эту электро, и можно вдоль ее идти, куда-то выйдешь, наверное, в деревню. Стараешься прислушивать к шуму дороги, ну, да. И идти, по крайней мере, по этому шуму. Тут кругом или дороги, или линия электропередач. Ну, если сеть ловит, то куда-то звонить-то надо. Ну, искать навигатор в телефоне. Даже в телефоне и компас есть, там все есть. Позвонить своим знакомым. Если никто не берет, позвони 101, 102. А 103 можно позвонить? Можно и 103 звонить. А 104? И 104 можно звонить. Во все аварийные службы. По муравейнику там же можно как-то ориентироваться, там на северной. Где больше веток, юг, где меньше веток, север. По мху, если ночью по звездам. Знаете ли вы, что нужно делать, если вдруг укусила вас змея? Скоро обращаться в первую очередь. Выбираться скорее, да. Больницы какой-то. Быстрее обратиться в медпомощь. Другого я не вижу. Не высасывать яд, не прижигать, это не поможет. Что делаем? Надо яд. Высосать типа яд, насколько я знаю. Тоже и в каких-то фильмах. Место. Чтобы яд не распространился. Вариант есть всегда, выход. Просто нужно посидеть, подумать. Так, не знаю, сосать может яд, попробовать. Знаете ли вы, что нужно делать, если вдруг укусил вас клещ? Кусали клещи, да. Ну, у меня по старинке, я его сам выдавливал. Пойти в поликлинику. Обращаться в медучреждение, да. Смазать его чем-то, чем-нибудь. Можно этим маслом подсолнечным, да. Выкручивать его. По-моему, против часовой стрелки. Впился в вас клещ, что делать в этом случае? Надо, ну, понятное дело, выдавить как. Его тоже на экспертизу какую-то брали, узнать вообще, ядовитый он какой-то там или... Обычно растительное масло для этого используют, и он тогда выскальзывает лучше, потому что если лапки там могут застрять, это плохо. Достать, а потом сразу же по возможности в скорую, наверное. Кого? То есть клеща или тебя? И меня, и клеща. То с помощью нитки как-то можно это сделать. То есть его как-то в петельку так, ну и выкручиваешь как-то. В аптеке также есть специально там какое-то средство, там или пинцет, или ножницы, что-то, которое вытаскивает, и все. Вы с ним потом что будете делать с этим клещом? Или... В поликлинику с ним пойдем. Ну да, можно на всякий случай. На анализы сдадим. Растоптать. Давим. Убиваем. Выбрасываем. С ранкой что-то будем делать вот с этой? Обработать перекисью. Вот такие ответы мы получили от граждан, а наиболее правильные рекомендации вы можете увидеть в мобильном приложении МЧС Беларуси «Помощь рядом». Ну а мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Возвращайтесь из леса без клещей и с полными корзинами грибов. Пока!